Нет, ну оно было. Это государство существовало при Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям. В то время пророк построил такое государство, и оно просуществовало довольно продолжительно. Были Умар, Абу-Бакр, его последователи. Это было очень справедливое государство, где было правильное, справедливое отношение к разным религиям. Там была полная терпимость к любой религии, никогда никого не запрещал. Было перераспределение средств, там всегда слабым, обездоленным всегда помогали деньгами. Не было, как бы, богатые люди не кичились своим богатством. Если есть средства, они, наоборот, старались перераспределить их, помочь кому-то. Это государство существовало при Мухаммаде. Пожалуйста. А почему сейчас, пример. Почему сейчас не существуют такие государства? Что случается? Почему этого надо нужно, чтобы опять появился еще один Мухаммад, и который, за которым пошло бы общество, поддержало бы его общество и захотел бы жить по этим законам. Но это невозможно на сегодняшний день, потому что последний пророк, уже написано так, что это Мухаммад, он последний, после него уже пророка больше не будет. И вообще написано, что со смертью Мухаммада наступает период конца света.